прибыли на место происшествия без опозданий. Сотрудники МЧС спасли на пожаре пенсионера. Произошло ЧП в деревне Рогинь, когда пожарные прибыли на место происшествия. Кирпично-деревянный жилой дом горел открытым пламенем. Огнеборцам удалось локализовать возгорание, после чего они зашли в дом. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в сознании на полу в одной из комнат был обнаружен пенсионер, хозяин домовладения 1935 года рождения. Мужчина был передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей был госпитализирован в медицинское учреждение. А на пожаре в деревне Головинцы Гомельского района ранее чуть было не погиб годовалый ребенок и его родители. Хозяин дома проснулся ночью от звука пожарного извещателя. Увидел, что в помещении огонь, и вывел свою жену и дочь на улицу. Травм или ожогов никто не получил. Все благополучно покинули место происшествия. Основная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств.